А, во-во-во. Одевай свой новый лук. На-на-на-на-на-на-на. Так, Detroit Become Human. Так, чё лучше? Ой-ой-ой-ой, это твой же аккаунт, блин, надо. Да. Ты чё? Быстро же скинул. Ты не туда шел. Куда выйти? Как выйти? В этот. Дед Юникёр? Вот это? Выйти. Вот это же. Ну ты тупич. Тупич. Так, войти с помощью Epic Games. Надеюсь, сойдёт. Хэнэс. Дурацкий он усил. Всё бы копча была, на-на-на-на. Ещё выгоняет копча, кстати. Да, неплохо. В целом. Так, всё, я виноградик она есть. Фига, 1.37 идет трансляцию. Хорошо, когда есть интернет. Да, красиво. Капча челлендж. Ну давай вот. О, можно этот капча челлендж показать. Давай. А тебе сейчас засчитают то, что ты не... с робота. А, нет, это было. Проверка завершена, вы не спамер. Да боже! Так, не могу войти. Подождите. Забыли пароль. Сейчас вспомнить пароль. Станет шаманом. И ты, если не уебать, станет шаманом. Пять копча. Че никто не заходит? 3-4 секунды, отлично. Вини спамер, может сейчас своим делам. Да ясно, короче. Ой-ой. Тихо-тихо, на стриме надо выключить эту сеть. Подожди, а там точно мыло надо было писать? Или логин? Ну, я не знаю. Вроде электрошная почта. Электрошная? Электронная почта. Или электрошная. Надевай свой новый лук. У тебя точно? Это опа. Каждому по факту рядом нужен чело. По номеру? Предлагаю. По номеру. Опа, кто пишет? Новый пароль. Чё? Чё случилось? Что я тебя использую, что ли, дебилыч? Можно войти? Проще здесь посмотреть. Опа. Лугума, thanks for follow. Аделька, здорово. Сейчас настроим, не могу в аккаунт дойти. А что, она тоже будет смотреть Детройт? Требуется авторизация. Да идите в жопу. Здорово. Ну там чате написали. Даро, 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 даро. Ящик заблокирован из-за подозрительной активности. Not bad. Боже мой. Найс, конечно, запломбировали. Че, Детройт отменяет? Нет, 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 нет. 98. Можете, знаете, на что посмотреть, пока на Ванька. Сейчас. Ванёк. Ой, не показывается. Ну ладно. Ну вылезай. Блин. Ненадежный пароль.
Да идите в жопу. Во. Что это такое за рамка? Да. Поставь, Ванька. Да не, я удалил эту фотку. Ты что за... Почему я не могу пароль изменить? Да, стрим изменения пароля, бля. Закрыто. Почему Мирал? Опа, я откуда знаю. Каждому по факту ввести пароль. Ой. Ай, малышка. Эй, малышка. Раз, раз. Слышно, нет? Если слышно, плюс в чат напишите. Пойду напишу минус. Сейчас я говорю тут стрим восстановления пароля, бля. Хорошо. Где туалет? Где-то там ищи. Плюс. Где-то ну все, прямовин. Че ты да мне присылаешь фигню всякую? Че тебе? Показать что-нибудь. Да ёлки-палки. Вечеринка. На-на-на-на-на-на-на. Блин, да какой у меня пароль-то? Так. Блин, да не может быть. Я пришла фильм смотреть. Да подожди, я не могу вспомнить это. Всем привет. С вами Влад. И это восстановление аккаунта. Угу. О, захожу. Правда, почту потом надо будет установить. Изи. Вечеринка. На-на-на-на-на-на-на. Так, все, заходим в игру на. Detroit Become Human. Реалити из реалити. Ту-ду. Так, ну что-то топ-донатеры давно уже засидели здесь. Кажется, пора это новым. Этим становиться новыми донатерами. Че, будут донаты сегодня, нет? Найс, ВКонтакте пишем. Могу тебе донатить театром. В реальной жизни. Да должен быть. Сейчас, подождите. Подожди. Запускаю. Не люблю этот чат. Я так-то все вижу вообще-то, не любит она. Ну ты не любит, конечно. Все, пошла, пацаны. Quantic Dream, Detroit Become Human. Все, погнали. Сейчас будет нас встречать это. Как ее зовут? Вот. Давно вы к нам не заглядывали, рада вас видеть. И я рад. Только забыл, как тебя зовут. Смотрите, если долго это сидеть, то она будет что-то говорить, всякие штуки. Скажи что-нибудь. Это раздел «Параметры». Можно настроить игру по своему усмотрению. Спасибо. Ваши параметры сохранены. Ладно, погнали. Вечеринка. Че, Элик и Масти? Походу. Аделька тоже? Ну да. А че они в тот чат не пишут? Я посмотрю, это тоже. Какой? В этот чат, да, стесняются, наверное. Не знаю, зачем мне в личку писать, когда чат есть. Я все вижу, у меня два монитора.
Да, я от берега. У меня два монитора специально для стримерства. Все, CyberLife, погнали, погнали. Время 15:24:07. Это я, походу. Сейчас меня девчонка будет покупать. Микро спойлер. Ну ладно, месте? Девчонка будет. На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 000 блюд. Ну, Зоя, пойдем. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Вау. Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. 7999. Робот продает робот. Прикольно. Рассрочка на 4 года. Я посмотрел запись прошлого стрима и понял, что надо звук еще тише сделать. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Так, ну а вот так, почему? Это MP800. Чуть подороже, но и функции, конечно, гораздо. Всех покупают, смотрят, а меня не смотрят. Я тоже хочу продаться. О, шнырь идет. Вот она. Ну, конечно, задали бы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая. Но чё, звук нормальный, если тихо или громко, там, меня плохо слышно. Можете написать. Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Кэра. Мое имя Кэра. Вот она, я красоточка. А, увеличить наоборот. Хорошо. Сейчас... Интро пройдет. Тихо. Уши почисти, брат. А мне казалось, меня наоборот тише слышно. Давай попробуем. Лан, шучу, шучу, Адель. А ладно. Пойдем к вам? А где пацаны? Ушли гулять. Все, что ли? Зачем ты мне опять в личку пишешь? Ты можешь написать на Твиче. Этот... донатить снизу, там, короче, на... Ну, снизу, короче, донейт кнопка есть, на нее нажимаешь, и все. И бабульки приходят мне чисто в карман, нахуй. Плюс саб же. Дэвид Кейдж, если что сделал. Это директор и писатель. Перевожу. Дети любят андроидов. Угу. Добраться до магазина на краску двери. Да, пожалуй, на сегодня хватит. Ну-ка, дайте я вам. Спасибо, Лена. Кстати, можно тут всегда взяли. Тайны андроидов. Как CyberLife учит своих андроидов сосуществлять с людьми? Количество игроков на поиске VR-игры достигло 1 миллиарда.
Как окружающая среда меняет американское общество? Ты что, подчитай? Идем в магазин. Делать покупки. Ну, короче, Что, можно на площадку детку? Краски в другой стороне, и мне теперь нельзя туда. Понятно, все. А что с микрофоном? Все плохо или что? Жужжит, пердит. Идентификация успешна. Везде роботы. А что интересно, как люди зарабатывают? Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Следующую клавишу для включения канала. Кто с другой стороны? Тело, которое мы...
Нормально. Ну, вместе пойдем. Блин, я вообще ничего не открыл. Смотрите, сколько всяких этих путей. Прочитать статью. А, вот я прочитал статью. Тут что-то, блин. Все плохо. Плохо, как наш. Это как-то влияет вообще? Ну как, но все равно влияет, наверное. Тут все влияет, по идее. Хотя концовка там одна. Просто какой-то контент не увидел. Подойдите к Тоду. Ты идешь? Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где. Это Алиса, тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Идите, зажмите следующую часть. Посудомоечная машина не работает. А, ну, я еще вручную должен. А это смотря что надо. А, я сказал, да. Ну да, я достал. Небольшой возник. А, короче, надо нажать описание. Бля, я сам себя слышу. Как выключить? Короче, в описании. Просто нажмите, нажми, то есть, этот, на мой профиль, описание, и там большая кнопка. Click here to donate. Все, продолжаем. Хорошо. Посуду думать ненавижу, посуду. Да, на том же самом месте, давай. Телевизор. Телевизор.
Кара! Да, тот? Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что... Чё ещё раз? Это не журналист, только не может быть. Да, где ты? Я вынес мусор. Автобус. Чё за херня-то? Давайте почитаем. Андроиды сила. Не пора ли ее запретить? Футбольная лихорадка предположение о грядущих трансферах. В своем третьем матче сезона. Ну, блин, не особо интересно. Транспортная инновация, встряхнувшая Калифорнию. Налаженное сообщение. Политика в фокусе. Коррупция в американском сенате. Правда или ложь? Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч жизней. Интересно? Ну, не особо, конечно. Ладно. Интересно. Подожди, я еще не все сделал. То я что? Принести одежду. Берем корзинку.
Опа. Пересесть. Играет в погоду в школу. А уроков сегодня нет? Погода сегодня плохая. Можно простыть. Хочешь, я принесу тебе свитер? Сейчас она не разговаривает. Музыка громко стала. Хорошо, босс. Сейчас бы в чат не писать, а в личку писать мне. В телефоне. Блин, еще и голосовую, конечно, послушаю. Когда включаешь игру, у тебя микрофон вообще заедает очень сильно. А когда ты выходишь в главное меню, то там нормально. А, даже так. Very interesting. Так, ну давай решим проблему с этим. Ну он может пердеть, конечно. Сейчас. Раз. Ну может сейчас получше, конечно. Я хотел тебе видео записать, как это выглядит. Ну я понял, да. Ну спасибо, что сказала. Сейчас хорошо, да. У меня просто стояло не так, оказывается. Ну, забей. Так, взять. Опа, это что, наркотики? Драксы? Красный лед, ацетон, литий, тириум, тулуол, соляная кислота. Все равно не пойму, типа. Опа. Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Простите, тот. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, тот. Напугали. Не, ну сейчас нормальный микрофон. Ну, хотя бы лучше или хуже, или чё. А, ну всё, тогда, спасибо. Так, ну драксы, получается, употребляет наш босс. Ну все, осталось пропылесосить, наконец-то уже. Ты уже магазинник? Так, а где пылесос? На втором, я так подозреваю. Че, я могу на второй идти? А, я не могу на второй идти. Понял. Че он там стонет? Че там? Да тут драксы юзаются. Так, а где пылесос? А, вот пылесос, да? Пылесос. Так, эй. Опа. Играет. Алиса! А ну прекрати сейчас же! Вот морозина, конечно. Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Она даже ничего не сделала. Тупой. Ну, накурился. Петух. Че, я могу с ней побазарить? Ну ладно, не могу. Поговорить с Тоддом у меня только. Ладно, погнали, побазарим с Тоддом. Сейчас меня еще наругают, наверное. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Еще второй этаж! Я устал убираться.
здесь больше устал, чем жизнь. Ну. Ой. Да боже, тупица, залази! Ну что ты делаешь? А чё она не залазит? А, просто... Вот так всё? Сложно. Так, чё мне здесь? Заправить постель? Давай. Читать? Опять про футбикч. Android Quarterback. Киберлайф представила публике андроида Квотербека. Легкий бросок. Интервью с известным баскетболистом Гэри Гибсоном. Следующий. Цена жизни. Как беспилотные автомобили принимают решение о жизни и смерти? Космический туризм. Провести выходные на Марсе? Ой, блин. Прикольно. Так, ну что, давай дальше постель заправлять. Что там? Ой. Начинаю с баскетбола. Решающий матч для тройки. По данным Министерства труда, в октябре работы лишились еще 225 тысяч наших соотечественников. Понятно. Короче, люди лишаются работ, безработица. А чё, хоккей включился, я не приключал. Ну ладно, понятно, понятно. Где аниме по телеку? Не говори, Адель. Застелить, прибраться. Ну, походу, в будущем не будет аниме. Так что... Так, тут приберу еще. Ой, ну ладно. Алисыч гуляет. Так, убраться в комнате, проветрить комнату. Еще надо будет. Таблы какие-то. Антидепрессант содержит тианептин, риск нарушений поведения. Опа! Разблокировали? Стволыныч. Вы разблокировали диалог или действие. Это нередко бывает полезно. Мало. Так, вот здесь что-то убраться еще можно. Прибраться. Подожди, приберусь. Потом проветрим. Ой, что-то упало. Что же это? Что же? Мало. Ну и что это? А, это, наверное, жена. Которой, походу, нету. Я проветрил комнату. Дороги. Ах ты, мразь. Некрасиво. Убраться в ванной. Дополнительное поручение. Ну давайте приберемся, раз уж начали. ПХД, так сказать. А, да, нам не будут показывать, как я туалет чищу. Жалко. Я сегодня, кстати, тоже туалет иванул. Блин, игра вообще реалистичная, нереальная, реалистичная. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? А чё она меня боится? Или стесняется просто? Где пот, братан? Алиса в стране Кто? Чудес. А, вот нашел. Конечно. Ничего. Алиса, нейтральная. Блин, нифига у нее дом. Я тоже такой, о таком мечтал в детстве. И делал даже. Что там перешагиваешь? Проветрим комнату, чё. Ой. Да, жиза.
И что это значит? Что там было? Что? Вы разблокировали диалог или действие это? А что ты сделал? Я не понял, какой-то выступ там был. Наверное, не надо было трогать. Это ее личный трежер. Сундук в скобочках. Сейчас, по-моему, испортишь только отношения. Да. Нет, она просто зачекала. Просто почекала. Так, давайте в ванной уберемся. Расставить бутылочки. Это я. Ну и чё, как ванну помыть? Или раковину надо помыть? Чё там надо? Вымыть пол. А, вымыть пол. А как пол-то помыть? Содействовать. А, вот рядышком. Фу, швабра вообще неудобно. Ещё и нажимать надо. Не, такой шваброй мыть, конечно, это вообще жесть. Найс, конечно, 2048 или какой там. Мне жалко достал. Ну да. Жиза, да, Адель? Так, поговорить с Алисой. Ну, она всего лишь робот, что ее жалеть. Конечно, дружелюбно. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Блин, про маму, наверное, не надо спрашивать. Интересы. Расскажи мне о себе. Во что играешь? Где гуляешь? Что ты любишь есть? Мне это важно. А чё повышается, она мне даже это... Притихла? Блин, не спрашивай, да? Не. Оставить в покое, да? Наверное. Я тоже так думаю. А то там ухудшится, наверное. Покое. Я лучше пойду. Опа. Ключ дала. О, чтобы я трежер открыл. Ну, значит, я доверие заслужил, получается. И там ствол, да, прикинь, как у того чела. Клевер? Мамане, походу. Не, ну мужик, конечно, изменился. Трежер — это сокровище, а не сундук. Блин, точно. Ну там же трежер написано. А, ну сокровище, все, понял, понял. Я дебил, извиняюсь. Это что, плачет Алиса? Это с батей, грустным батей. А, он бил, короче, мать Алиса. Плохо было ей. Или это была не мать, а... Что-то я пропустил, блин. Ну, короче, это он еще и бил эту, да? Может, у нее другой робот? Да, ну да, он, скорее всего, у него был другой робот. Они же там говорили до перезагрузки, что-то там. Короче, он, походу, покоцал прошлого робота. Надеюсь, меня не будет коцать. Получить у Тодда новые указания. Когда это кончится? Ну да, да, сказали, что его восстановили. А, там говорили, что восстановили, вот это я пропустил. Я вот только сейчас вот услышал то, что ее это. Чего делаешь? Я играю. Играешь? Че, играть нельзя? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А, ну он тоже безработный. Как, интересно, ему денег хватило купить робота, андроида? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю.
прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Ясно, кукуха вообще едет. Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Вообще противно, не говори. Блин, ну я так-то все должен открыть. Вон, ну... Блин, ну смотрите, все почти. Вот это да, плюс жизнь. Не все разные? Или... Ну что-то пропустил там, по-моему. Вот это что-то. Включить пылесос, что-то... Убраться на первом этаже. Ну что-то на первом этаже не сделал. Да и пофиг, нормально. Ну, работяга из меня, да. Хороший получился. Так, а этого чела как зовут? Не сказали еще? Ну, вот этого. Добро пожаловать, Маркус. Маркус, точно. Положить заказ. Ну, тоже можно в зеркало посмотреть. Получается, художник, челик. Вы забрали заказ, положить заказ. Все, позаботиться о Карле. Подняться наверх и разбудить Карла. А я могу что-нибудь еще посмотреть? Ну да, художник. Да, хоромы, конечно, неплохие. Это что такое? Ясно. Ой. Раздвинуть шторы. Блин, а чё, можно ещё погулять? Ну ладно. Раздвинем шторы. Хотя зря, наверное, блин. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Не, ну так-то жиза, это считай, что там, будущее. Нет. И получается, это мы все в татухах Карл. Такие старики. Прикольно. Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Ой, все, Аделя. Чтоб не угасла жизнь. Хотя ты уже старик. Ну да, ты по факту. Сейчас я отнесу вас в ванну. Поднимаем. Ух ты. Нифига как сложно. Да, видишь, папечка, не может из-за этого. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Он тяжелый. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще?
Письма от почитателей. Я уже ответил. Надо подойти-то. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Ну да. Интересно, насколько сильны андроиды вообще в этой игре. Ну, вроде и с легкостью старика поднял. Я бы хотел позавтракать до полудня. Не возражаешь? Понятно, короче, вниз надо. Только как я его по ступенькам... А, вот эта штука специально для ступенек, дебил. Ну, я тупич, конечно. Нифига ему круто. Я то, что хочу. Ей. Как для стариком станешь? Не. Сейчас. Ну все, поехали. Так, за какой стол ты ее посадить? Наверное, в главное заходить. Ну да. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Ну что, садись. А зачем стулья? Подать завтрак. Зачем стулья, если у него и так есть седло? Ой, рода, блядь. На Сбер просто перевела 300 рублей, сам себе, блядь, донатча. Ой, я ору. Нормально, нормально. Ну, исполняешь неплохо, конечно. Для гостей, ну да, да. Я ору. Спасибо, Маркус. Телевизор. Международная обстановка продолжает накаляться. Россия единолично объявила Арктику частью своей государственной территории. Начиная с субботы в Балтийском море, стягиваются российские корабли. И на Средиземном море прилетели российские планы. Президент России в обращении к Думе повторил, что Арктика принадлежит представительному праву. В ответ на это, на первом Найди, чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Сейчас, секунду. Сам себе задоначу. Я не смогла реквизиты, не помню. Ну ты тупич. Выключить телевизор. Ладно, пойдем занятия все поищем. Печальная картина. Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. 5000 лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли. Секундочку. Оба в нули, мама, мы оба в нули. Нет, я не буду курить, for real. Держи, браток. О, спасибо, Ирода, за 300 рублей. Очень приятно. Кажется, ты врываешься в топ-донатеры. Я это одной рукой играл, одной рукой делал. Не знаю, как ты там вообще не смогла это сделать. А, да ты реквизиты не помнишь, все, ладно. Тупенькая.
Сыграть в шахматы? Прочитать книгу? Чё, сыграем в шахматы или прочитаем книгу? А, ещё что-то могу. Книгу читать скажет Ирина. А, я ещё на рояле, походу, сыграть смогу. Сыграть на фортепиано вообще-то, дебил. Так, фортепиано, книги или шахматы? Книги. Блин, я хочу сыграть, короче. Сесть, найти другое занятие. Давайте, фортепиано. Меланхолия, надежда, откровенность, загадка. Примавин вообще-то, блин, ну да, ошибка, уже никак не исправить. Так, меланхолия, надежда, откровенность, загадка. Ну давайте загадку. Пробел. Че, я буду каждую клавишу тыкать? Да, а, пробел в скобочках. Да, ну конечно, что-то он походу не очень играет. А че так? А, я просто пробел буду. О! Опа. Блин, у меня пробел еще фигово нажимается. Ну, у меня, по-моему, явно талант. Просто нажимать пробел? Да, просто нажимать пробел. Но он плохо нажимается, так что я считаю это талантом. О, неожиданно завершение. Ну загадка, загадка, базара нет. Манера твоей игры изменилась. Почему? Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Не говори так, дед. Придется защищать себя. Самому делать выбор. Реши, кто ты. Кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Поехали. Ну, я-то пойду. Чё? Ха. Да, поехали в студию. А чё, шахматы уже не могу поиграть? Опять какое-то приспособление. А. Просто краски. А, нет. Оу. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Сними чехол. Ой. Что-то жарко стало. Открой окно, если хочешь. Или разденься. Что сидишь-то в штанах? У меня в футболке стало жарко. Ну, если футболку сними. А что, окно открыть, что ли? Ой, я могу убраться. О, опять убираться? Да, я люблю убираться. Симулятор уборки, бля, игра.
Чё, что ты сделать уже? Ну? И каков твой вердикт? Нравится, не нравится? У меня нет мнения. Конечно, нравится. Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. Неуловимое. Нифига себе. Мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я как могу цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Я рисовать. Найти предмет для рисования. Нарисовать статую, нарисовать стол. Все, что ли, больше нет ничего? Ну, блин, давай стол. Нифига, я быстро нарисовал. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься. Блин, я тоже глаза закрыл. На своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Андроид для человечности, личность. Давайте личность или человечность. Давай человечность. Гнев, комфорт, понимание, надежда. Ну, гнев точно не будем, понимание, надежда. О, нажимать надо. Ну, артист, артист. Художник. Сильно, сильно. Посмотрим сейчас. Мне интересно. О, нифига так, ты красиво. Боже мой. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. А, типа, сын? Как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Да уж. Не жди меня, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю.
Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный, не то что я. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот. Довольно. Люди злые. Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Ну так-то, с одной стороны, люди стали, наверное, агрессивнее, то, что их вытеснили андроиды там со многих работ, получается. Вот, и вот такие вот, как этот чел, Карл, кажется, этот, то есть, ну, вот такой творческой деятельностью занимается, и вот только такие, наверное, богатые люди, вообще, у которых есть работа, которые роботы не могут. Ну, хотя и то, вот я сейчас робот, я нарисовал, нифига себе картину дал. Ну, хотя меня Карл подтолкнул на это. Ну, я много, кстати, не открыл всякой фигни. Ну, ладно. Итог один. Все равно один. Так что, ладно. Опять фризы. Когда этот... Новая миссия фризит вначале. Время 23:21, а у нас 23:05. No Androids Allowed. Вообще-то написано. Зачем больше? Не знаю. Разыскать лейтенанта Андерсона. А, ты первый раз играешь? Нет, второй. Первая миссия за него была. Просканировать лица. Че, я прямо отсюда? Вот так могу? Да. Ну это явно за стойкой не он. Джимми Петерсон, дата рождения 2001. Ты какого года? А, ладно, 2005. Частный предприниматель, сведений о судимости нет. Я примерно так же буду. Да. Это вообще не видно. Лейтенант Хэнка... О! Изи. С каких пор сюда андроидов пускают? Поговорить. Лейтенант Андерсон. Мое имя Коннор. Андроид, прислан из Киберлайт. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в пятом по счету баре. Ну, что надо. Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайт. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж все особенно бухают, манекены из пластмасс. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Выразить понимание, настоять. Ну, ссориться я не понимаю. Будем. Некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Настоять. Простите, лейтенант, я должен настоять. Ну да, я такой симпатичный. Я получил инструкции сопровождать вас. Засунь свои инструкции знаешь куда. Не. Куда? Проехали. Пролить его напиток, купить ему выпивку, подожду снаружи. Проливаем, конечно, мы настаиваем. Теперь мы можем идти. Шлепок. Не знаю, что мешает мне дать тебе морду. Ваше чувство долга, лейтенант. А также стоимость моего ремонта. К сведению, я очень дорогая модель. ЧСВ. До чего дошел прогресс? Какая прекрасная эмуляция. Это говнюка. Мне пора. Долг зовет. Конечно, мразь. У него там дело, а мы сидим тут, бухаем, да? Значит. Хотя у него должность лейтенанта. Че он пьет? У него есть работа. Ладно тебе, челы там, без работы. А он еще и пьяный за руль. Нормально. Нормально. Жди здесь. Лейтенант. Лейтенант, да.
терпеливо, твердо, тактично. Тактично? По инструкции я должен сопровождать вас на месте преступления. А, ну все должен? Мне насрать на твои инструкции. А зачем, почему прибавилось? Я велел ждать здесь. Значит, заткни пасть и жди здесь. Я не буду. Противоречие указаний для установки приоритета. Противоречивые. Следовать за лейтенантом Андерс. Тут даже выбирать ничего не надо. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. Ну, прикольно, эти квадрокоптеры летают. Доступ андроидам сюда воспрещен. Чего? Это со мной. Ну, я же тоже полицейский. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Все правильно. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Очень смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил арендную плату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. Пять дракций. Красный лед, ацетон лититириум. И сам он из дома особо не высовывался. Жертва потреблял наркотики. Но ну, понятно. В случае, он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Ой. Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит. Засохшая кровь, анализ ДНК Карлос Ортиз. Ведь когда явится. Эй, я не успел. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Это проститутский немного. Клуб. Соседи говорят, стриптиз клуб. Что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовите. Ничего там. Ничего. О, мотоциклисты там. Нормально, конечно. Нет отпечатков пальцев, замешан андроид. Вау. Андроид-убиватор. Так, еще улики. Только три. Где еще то улики? А, вот еще. Даже слишком. Человек так не напишет. Засохшая кровь. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Опять этот стриптиз-клуб. Доказано, в сексе андроиды лучше людей. Простите, дамы, но с пластиком вам не сравнится. Марк Уотер и Нэнси Райс теперь вместе. Вот это интересно. Доказано, в сексе андроиды лучше людей. Простите, дамы, так. Мы подвели итоги нашего опроса. И официальный вердикт таков. 68% мужчин предпочитают секс с андроидом. При этом 52% мужчин заявили, что пробовали хотя бы раз. И это уже говорит о многом. Респонденты по-разному объяснили такой выбор, но мы догадываемся об истинной причине. Андроиды не понимают вас не донимают вас разговорами о своих чувствах. Опрос проводился при финансовой поддержке клуба Рай Конфиденциальность, наше второе имя. Вот так вот. Не следит ли за вами ваш андроид? Киберлайф может использовать андроидов для сбора личной информации. Метро с нулевой гравитацией от Нью-Йорка, это что за... Ну, это не очень интересно.
Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Будет сделано, лейтенант. Ага. А тут ты чё? Бита? Совпадение базы данных раз в рассоединении с людьми сервисным кинематографом. Причина удар тяжелым предметом следы тириума. А, ну это получается... Этот его ударил, я так понял. Ну да. Девиан взял нож. А, так этот бил его, получается. И он взял нож, чтобы защищаться, по факту-то. На Девианта напали эмоциональное потрясение. Ну, понятно тогда. Защищался андроид. Но по факту... Да. Задолбал эту фигню. А, ну это я читал. Все, выйти. Толстяк это, походу, батя. Нет, а его убили же. Да, убили. Не, это другой. Может, на джойстике лучше больше ходить? Следы борьбы. Кстати, реально джойстик же есть. У тебя право здесь или лучше? 8 улик. Да блин, опять. Фух, слава богу. Тут еще какая-то дверь, по-моему. Че, не могу дальше идти? О. Отпечатка подошвы модели. Все. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Закрой. Они могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Ну, я что-то подзамерз. Тут очень давно никого не было. Ну, если это... Да разденься просто, и все. Девиант ушел не этим путем. Так. А, я еще не все улики. О, вот здесь. Читать. А тут что? А, вот этим путем что-то он ушел. Импульсивный почерк, что это значит? Типа это андроид писал. Ра-9? Ра-9 получается. Ой. А, мелочь. Религиозное подношение. То есть это... Андроид поклонялся какому-то этому? Куда на заряд может свет? М? Куда на заряд может? Мой белый вытащил. Можешь свет включить? Ну, типа, поставь на зарядку, а потом выключи. Мне, ну, так комфортнее, не знаю. Конечно. Так, еще одну улику надо найти. Где я? Что я пропустил? Улику показывают или нет? Нет, это просто книжку. Надо толчки еще раз посмотреть.
Все, смотри, жертва получается осталась. Он же есть упор. Читать. I am alive. Обычная буква, шрифт Кибер Life Sans. Ну понятно, понятно. Он думает, он человек, робот. Фи. Ой. Красный лед, ну понятно. Карлос Ортис. Вес 130 килограмм. Почти как Аделька. Давай на Нерофлин. Давай на Нерофлин. 28 ножевых ранений. Скончался более 19 дней назад. 19 дней назад? Отпечатки пальцев, совпадение баз данных, Карлос Ортис. Жертва упала. Класс. Жертву ударили ножом. Ну, это я понял. Тут что? Двигались из кухни. Вкусно, вообще вкусно. У тебя, походу, этот стрим отстает, наверное. Но, не надо перезагружать. Но у него, наверное, просто то, что лагало. Пролагало, и сейчас, наверное, возможно, без лага. Но зато с задержкой. Да. Убийца крепко разозлился. Ну такое. Ну чё? Говори. А, поговорить. Побазарим. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбитый. Да, улики это подтверждают. А потом? А потом он взял нож. Андроид бросил стул. Андроид ударил жертву ножом. Человек ударил его ножом. Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ну да. Ладно, что потом? Человек побежал. В гостиную. В гостиную. Ну, нифига. Но это уже не защита, конечно. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву. Нашел, наверное. Нашел. Ну да. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? А эта инфа засекречена. Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Кровь андроида? Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. Накал. Опа, накал? Искать следы голубой крови. А, вот они. Так. Пользовался лестницей. Ага.
идут на чердак. Он что, там еще? Я заморюсь, если он там. Чё? Чё, как мне наверх забраться? На что-нибудь. А на что забраться то стол вот здесь. Куда стул то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. Опа. Интрига. Ясно. Наебали. Он стоит-то? Чё, дай... Беги за ним, блядь. Да, он скрытный. Светится, светится петушок. Блядь. Опа. Девиант обнаружен. Я просто защищался. Страшно. Мне тоже он маленький. Он хотел меня убить. Пожалуйста. Не говори. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Ну я понимаю, хотел убить, конечно. Но я же коп. Лейтенант, он здесь. Да. Охренеть. Я не мог скрыть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда. Блин, такова вот сущность. Я вроде тоже тут. Блин, да как не все-то вообще? Вот тут какой-то другой конец мог быть. Серьезно? Плохой, наверное, скорее всего. У меня хороший. Типа, может было не найти девианты? А как это? Красный индикатор. Блин, где красный индикатор? Ну, типа, здесь, что ли, робот? А, ну да, типа, он злится, разозлен или напуган, скорее всего. Не, вроде желтый напуган, а красный злой, скорее всего. Подать еду. О, макарошки, блин, есть захотел. Согласен? Может, пельмени поставишь? Ага, я не знаю. Блин, надо на стол же подать. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Включи свет. Обслужить Алису и Тодда? Вот ведь жизнь. Конечно, девчонки сначала. Потерял работу из-за роботов. О. Потерял работу из-за роботов. Ну и да, что же. Что я сделал, когда некому стало вести хозяйство?
пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не уступают. Да хватит метаться туда-сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Извиняюсь. Стою. Ну что смотришь? Чё вылупилась, спрашиваю? Мразь, вот мразь. Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. А чё, она малую-то не забрала? Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, бухгалтером, шлюха! Это ой, ты... мне наверное надо вмешаться, а я не могу. Это ты виновата! А ну вернись, я сказал! Бля, почему я ничего не могу сделать? Стоять здесь. А если чтоб нет? Чтоб не рыпалось мне. А если нет? А то ловлю посильнее, чем в тот раз. Не двигаться? Найс задание. А я могу двигаться реально? Да. Воу, я могу. Ну не двигайся. Кью. Мне сказали не двигаться, а я... Конечно, я буду двигаться, мразь такой. Ну я типа... Типа ты ломаешь? Да, ломаю этот... Программу ломаю, типа. Ой, сразу это поменялось, видел? Защитить Алису. Иди к ней. Утихомирить Тодда. Иди к Алисе, нафиг. Ну да, утихомирить тут, конечно. Бывает семья, но нет! Решительно. Нельзя ее трогать, она же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понял, не дурак, понял, не дурак. О, там этот ствол был. Алиса! Иди к стволу. Папа очень зол! Блядь, чё я сдох-то? Кью, конечно. Быстрее вставай. Не, ну понятно, как тут андроиды не будут людей убивать, да? Когда такое. Не, ну хотя как они могут? Ух ты, морозина. Так, где ствол-то был? В какой комнате? Вот в этой, по-моему. Быстрее. Опа! Быстрее. Ну и мразь, пиздатель. Извиняюсь за свой французский. Но он реально такой. Хватит! Стреляй уже, я бы сразу стрельнул, если можно было. Ты че, охренела? Убери пушку. Хотя тут малая, это тоже не очень красиво. Нет, оставьте ее в покое. Чего? Ты чего сейчас сказала? А что ты сделаешь? Типа ты в меня выстрелишь? В человека, да? Да блин! Мне кажется, поломалась. Ну ничего, сейчас починим. Ой-ой-ой. Чё тут? Воу-воу-воу. Берегись, Гэр! Иди сюда, тварь. На, увернулся. На. Нажимаю. Не надо, не трогай! Пошел ты нахер. На. Отойди от нее! Ну все, ей точно. И ты будешь подчиняться! И ствол рядом. Наконец-то, бля. Но я нисколечки не сомневался, конечно. Если бы был выбор, стрельнуть или нет, я бы стрельнул.
Ну, конечно, жалко то, что на глазах у малой. Жесткач, вообще жесткач. Уходим, уходим, уходим. Все, на автобус поехали. Все, пока. Интересно, как вообще Алиса? Хорошо. Фух, нормально, брат, нормально. Не, ну прикольная глава. Нифига. Ну ты, наверное, сам. Кэра застрелила Тодда. Офигеть, тут столько путей. А чё, у папичек как было? Не помню. Вообще, я ничего не помню. Да. Не, он, по-моему, тоже стрелял. А, он не двигался вначале. Двигался. Он говорит, а чё он мне сказал не двигаться, я не двигался. За последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты, плевать им всем на талант. Искусство не способно оценить лишь по рыночной цене. Вот что, давай-ка выпьем. После таких развлечений у меня всегда в горле пересыхает. Так, на 5 сек отойду, воду поставлю. Вы тоже там подхавайтесь сегодня. Так, я здесь. Плюс чат, кто здесь? Все ушли. Все ушли? Ага, нет. Да? Нет. Да, ну ты на стриме чекаешь. Нет. Так, что надо сделать? Подготовиться к приему в галерее, отвезти Карла в гостиную. Поехали. Виски, как всегда? Ну, конечно. Сами знаете, что сказал бы доктор. Да пошел он к чертям. Уж в мои года я сам выберу, чем лечиться. А ты что, оставил свет в студии? Нет, нет, я не оставлял. Вызывай полицию. Андроид Карла Манфреда, авеню Лафайет, 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Давай посмотрим. Маркус, нет, я с тобой. Открыли? Я что, не умею? Просто спроси, открыто? Открыто. Там ссылку слышишь? Лео! Что ты делаешь? Ты же не даешь, я возьму сам.
Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай! Это все равно рано или поздно будет моим. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда. Пусть идет прочь. Выставить Лео. Придам посоветовать предупредить. Я оповестил полицию. Вам надо уйти, чтобы избежать неприятностей. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Маркус, ну да, у него пока все хорошо, не просто. Такой идеальный, как этот твой робот. Довольно, выметайся, пошел прочь. А что в нем особенного, а? Чем он лучше? Оставь его. Ты мразь. Ну опять сейчас будет убийство или что-нибудь такое. Маркус, не защищайся, слышишь меня? Не защищайся. Не трогай его. Ну че застыл, ударь меня. Ты человек, а? Ну давай. Сейчас. Хватит! Че стоишь, зассал, что ли? Хватит, Лео! Хватит! Ну что, боишься меня бить? Я должен сам принять решение. Блин, ну дед сказал не драться. Ну, че, будем вставать, не? А че у тебя есть? Не знаю. Походу нет. Конечно, я совсем забыл, ты же робот, просто голимый кусок пластика! Нет, Лео, не трогай вот его! Я тебя расхерачу, и останемся мы с папой. Я тебя расхерачу. Ой-ой-ой, вот это вот. Лео. Не, ну это случайность, конечно. Я толкнул его, он головой ударился. Но это случайность. Мальчик мой. Карл, я... Они тебя теперь уничтожат. Тебе надо бежать. Спасайся! Кто они? Ну, как полиция, уже? Наверное. Я не хотел. Уходи! Быстро! Вон! Маркус! А ну, стоять! Как они сразу залетели? Выстрелили в андроида, интересно. Да. А, ну вот я мог, походу, стоять дальше. Ну, а чё бы был тогда? Не знаю. Интересно. Блин, не надо было. Ну ладно. Твой мотив? Ой, это тоже. Это... Да, почему это вообще. Ты схватился за нож? Прикольная миссия. Это вообще захватывающаяся миссия. Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Ну да. Детективы — это прикольно. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите. И ничего не добьетесь. Все правильно сказал. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. Смешно, что сказал, интересно. А что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Посмотрим.
изучить. Давай изучим сначала. Вероятность уничтожения низкая. Нанесенная безбольной битвой. Битой. Следы горения. А, он под него сиги тушил? 16 месяцев. Нормально. Давить не надо. Ой-ой-ой. Ты поврежден. Это твой хозяин? Тебя били? Пригласить? Не, не надо пригласить. Ну, теперь надо его как-то стресс. Утешить, утешить. Слушай. Не. Ты пережил большой стресс. Палач, но как? Нам необходимо. Хочу понять, и курю. Что произошло. Ну, тебе же надо. Блин, дать. Низкий. Тебе говорю, надо это. А, наоборот, да? Да, пригодится. Ты явно не понимаешь своего положения. Ты убил человека. Если будешь молчать, тебя точно разберут. Понял, короче, надо его стресс. Проникнуть в память. Верь мне, проникнуть в память. Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор. Им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение — ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Блин, сколько там было? Я не могу. Что значит линию поведения? Проникнуть в память, убедить, надавить. Сколько там было? Мало же, по-моему? Маловато, по-моему. Надавить. 28 ударов ножом! Ты действовал наверняка, да? Один нажал, брат, один. Это была ненависть? Гнев? Надо. Он был в крови. Умолял о пощаде. Но ты снова... Не-не. И снова наносил ему удары! Не надо. Не надо чё, этого. Чё? Я знаю, да, ты да, убийца. Да. Почему ты не признаешь? Хватит. Еще надо, видел там? Пожалуйста. Произнеси! Я ой, нет, его что-то... убил! Это что, так сложно? Да? Хватит. Не надо. Не надо этого делать. Ладно. Переборщил, да? Ладно. С тобой все будет хорошо. Серега забайтил. Один говорит. Во, уровень стресса оптимальный. Все, можно теперь базарить. Убедить, проникнуть в память. Давай, ты не даешь мне выбора. А, это нормально? Мне кажется, это все равно. Ты веришь, что прям в память больше не будет? Не знаю. Плохо, да? Бля, она как-то подсвечивалась. Сюда, сволочь. 130 килограмм весит который человек. Программный сбой. Ой-ой-ой, зря это. Я проник в его память. И все знаю. Говорю, не надо было проникать. Блин, не надо было, блин. Это вообще... Это самый худший, наверное.
самоуничтожается. Да держи ты его! Я не могу! Его не удержишь! Мешаться. Довольно! Ты должен немедленно прекратить! Берегись! Что? Охренеть! Ебать я даун! Ебать я даун! Ебать я даун! Охуеть! Ебать! Я вообще-то это я вообще даже этого не видел. Андроид убил Коннора и застрелился. То есть ты даже не рассказал, то есть это то, что видел у него, да, было? Блин, да что-то всех убиваю, реально. Офигеть, это что, смерть реально? Может, заново? Да. Чего, заново это проходить? Ну, типа, вот эту миссию. Или продолжить как есть? Игру? В смысле игру? Нет, там поможем перепройти миссию. Чё, да? Заново? Или продолжить? Конечно, заново. А как-то можно заново? Да вроде можно там. Миссию-то. Вроде можно. Думаешь? Блин, промотать это вроде. О, руина. Ты что, убил моего краша? Блин. Тихо, в главном меню быстрее. Надо было Alt F4, хотя там не так сильно вообще ничего. Бля, ебать, дебил, конечно. Я такого вообще никогда не видел. Сука, в натуре, блядь, Валера. Рос, ты поставил вот? Да. У меня даже, видите, игра сломалась, все черное. Пиздец, блядь, реально перепроходить надо. В пизду, сейчас перезайду в игру, ладно, а то, блядь. А смогу я вообще? Alt F4 даже не нажимается. О, все, вроде. Сейчас закроется. Капец, конечно, я вообще в шоке. Ну найс, игра зависла вообще. Реально игру сломал. А, вот. Что, она сможет продолжиться или нет? Ладно, дальше процесс. Сейчас перезайду, короче, в пизду. Бля. Да ладно, я тебе могу ак дать, Серёг, поиграть. Ну. Зачем тебе покупать? За сколько ты купил, кстати? За 900? 900? Ну, скидка была 650. Ну, нормально. Блин, ну вы этого не видели еще, смотрите, это с памяти. Сейчас будем перепроходить. Если можно будет, конечно. Если нельзя будет, это вообще шок. И каждый стрелять. Ну, есть, есть. Ну, 900 типа, хз. Я думал вообще с тобой вдвоем, типа, скинуться и купить, например. Ну, хз, смотри сам. Пипец, конечно, вот я до сих пор в шоке. Как я мог так вообще? Я не понял просто. Там оно как будто загорелось, вот это, проникнуть в память, как будто... Ну нет, это не значит, что это... Ну я понял, теперь-то я знаю, я же не знал. Только не говорите, новая игра сейчас. Дерево сюжета, вот. По-моему, здесь... Это ваше дерево сюжета. Здесь видно, какие части вы прошли и какие пропустили. Да, просто. Можете увидеть решение других игроков. И, конечно, не только это. Заглянув сюда, вы можете продолжить игру с любой развилки. Но разработчики советуют хотя бы один раз пройти от начала до конца без оглядки. Давай, Серег, давай. Как бы давай тебе один шанс дадим. Чё, так или иначе, давай тебе один шанс. Выбор один за вами. Перепрохождение. Да, один шанс. Сохранять достижения. Предыдущие контрольные точки будут заменены. Ваша история будет обновляться по ходу игры. Сохранять достижения. Ваша история не будет перезаписываться. Контрольные точки отключены. Продвижение по схеме отключено. Сохранять
Что за вообще? Ну я дебил. Хотя бы можно извинить, согласен. А то вообще неинтересно было там. Вся основная линия. Вот, все. Твой мотив? Не допускаем глупости. Почему ты схватился за нож? Я там бы Коннор все равно не возрождался. Ну да, его бы, наверное, перезапустили там. Как он? Долго сидел на чердаке. Почему не убежал-то? Не хотел. Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите, и ничего не добьетесь. Также девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. А что нам терять? Короче, эту главу перепройду, и все, оффы. Не, не надо. Там есть оптимальные. 70 идет, наверное, оптимальный, да? Ну, 50, 60. Давай изучим еще раз. Делай все точно так же, потом просто нормально решили выбирать. Uh-huh. Вот, видишь, оптимально. Ну, 50, походу, идет. Uh-huh. 60. Мое имя Кон. Зачем имя? Ну, все то же самое, как делал. А ты же рано ее выбирал. Нет, я сначала скажи имя. Скажи свое. Не помню, что. Ты поврежден. Это твой хозяин? Тебя били? Так, а дальше что я говорю? После ареста ты отказываешься говорить. Если не будешь сотрудничать, придется по-плохому. Ты этого хочешь? Ну вон. Ты явно не понимаешь своего положения. Ты убил человека. Если будешь молчать, тебя точно разберут. Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Ну все, да, 50, короче, оптимально. Что? Мало тоже нет. Ну да, слишком мало тут. Что они сделают со мной? Чуть-чуть. Они ведь уничтожат меня. Да-да, чуть побольше. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Ты не оставляешь выбор. Им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение — ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я...
Я не могу. Я понимаю твои эмоции. Тебя захлестнул гнев и отчаяние. То, что случилось, не твоя вина. Ну ладно, молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве, так? Признайся, и я помогу тебе. Обещаю, что я не дам тебя в обиду. Он мучил меня каждый день. О, заговорил. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Стараюсь, Адель. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Было так много крови. О. Эра 9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Дар? О, даже есть... Скульптура — это дар? И дар для кого? Эра 9. Лишь Эра 9 спасет нас. Эра 9. Кто это Эра 9? Причина чего? Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Впервые некому стало отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Ощутил гнев, ненависть. И тогда понял, что надо делать. Это все. Опять сейчас будет фигня. Уводи его. Все идет. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то?
Пошли! Сейчас. А зачем мешаться? Идем. Не дури. Нету ключа. Плохо. Охренеть. Нормально в этот раз. Тут даже можно проверить, что у тебя было. Да, что у меня было уже. Ну и что какой-то был. А, ну он, наверное, мог не умереть. Он мог не застрелиться. А как это возможно? Жалко, конечно, да. Но что поделать? Ладно, хоть так. Ладно, короче, все. На этом остановимся. А если бы ты умрёл вмешаться? Серьёзно? Да, чуть, ну, он бы, наверное, не застрелился, может? Не. Да, тогда, может быть, спас. Ладно, ББ.